Еще раз здравствуйте. Ну что, в общем-то, цветник из того, что под рукой, можно сказать, и готов. Что здесь? Чистотел, тысячелистник. Это все сами насеялись, тоже чистотел. Это такой обычный, самый простой колокольчик. Тут мелисса когда-то привозила. Даже одуванчик здесь будет к месту. Ну, в хорошую погоду обмыть баллон, промыть его хорошо. И можно покрасить в какой-нибудь цвет. Более того, я думаю, даже на следующий год я не буду что-то менять с этим цветником. И, скорее всего, посажу ясколку там, где будет голая земля. А через 2 года вытащу этот ком. Он будет такой целый. Те мешки, которые однозначно перегниют, даже корни одуванчика, и если вдруг пучка попалась. Что можно посадить у вас? Наверное, то, что найдете там, где у вас выросло. Просто вам нравится, как растет, как выглядят листочки, как цветет растение обычное, дикое. Никто уже не скосит, это будет понятно, что это какая-то клумба.